Репин назвал портрет своей дочери и Надежды «На солнце», словно вспомнив опыт Валентина Серова, который дал название портрету Маши Симонович, девушка, освещенная солнцем. Оставаясь изображением конкретного лица, портрет несет в себе общее выражение красоты молодости, ощущение беззаботности и счастья, которые сливаются с красотой окружающего пейзажа. И все в пространстве холста пронизано светом, солнцем, напоено воздухом. Портрет написан в имении Репина Здравнёва, Витебской губернии, которое художник купил в 1892 году на деньги, полученные от продажи картины «Запорожцы». Именно в Здравнёве Репин увлекся работой на открытом воздухе, и пейзаж как никогда ранее стал важнейшей частью изображения и характеристики портретных образов. Привлекательна в портрете живая непринужденная поза, свободный и энергичный жест рук, держащих зонт. На его черном фоне контрастом выделяется мягкая белая шляпа на темных волосах девушки. Чередование черного, белого и снова черного становится прекрасным обрамлением молодого, красивого лица. Оно написано с тонким пониманием психологии человека. Во взгляде девушки выражены живость ума, серьезность, доброта и одновременно решительность характера. Художник передал в ее облике женственность и обаяние. Не только внешние приметы, композиция, свободный ракурс фигуры, естественная поза, но и система живописных приемов, когда художник прослеживает движение света и изменения в его потоке цветов голубовато-белой блузы, теплого тона юбки, зелени на втором плане и передает сложные рефлексы света и тени на всей фигуре, как они мягко ложатся на юное лицо. Все вместе создает впечатление ликующего солнца, которым залит пейзаж. Портрет написан в лучшие годы жизни Нади Репиной. В 1892 году она поступила на курсы фельдшериц и лекарских помощниц. Успешно окончила их и с увлечением занялась медициной. Мечтала продолжать учебу на медицинском факультете университета. Надя работала в земских больницах, самоотверженно выезжала на борьбу с эпидемиями в отдаленные губернии России, на переселенческие пункты. Своей целеустремленностью, самоотверженностью она доставляла Репину много радости, и художник гордился дочерью. Однако судьба ее сложилась трагически. В начале 1910-х годов, уехав на подавление эпидемии тифа, она тяжело заболела. Болезнь перешла в неизлечимую форму психического состояния. С этого времени Надя Репина безвыездно жила с отцом в Пенатах. Созданный Репиным портрет навсегда сохранил очарование молодости, душевной красоты, что и составляет внутреннюю сущность этого образа.